победы. Итак, третья пара, третий поединок. Весовая категория 70 килограмм. Очень грамотный, очень красивый бой нас ожидает. Саладин Сабиров в красном углу и в синем углу Кзаев Тюрочан. Оба бойца являются отличными, хорошими бойцами именно в смешанных единоборствах. Кзаев Тюрочан, наш соотечественник из синего угла, и Саладин Сабиров из Казахстана. Давайте немножко расскажем о бойцах. 180 сантиметров рост у Саладина Сабирова. Он является многократным чемпионом по боям без правил, мастер спорта по боям без правил. Провел один профессиональный бой, одна победа, 0 поражений и 0 ничьих. Мастер спорта по боям без правил, клуб «Гладиатор», тренер Нариман Мусаев. 22 года Саладину Сабирову. А если сказать о нашем соотечественнике, Кзаев Тюрочан, рост 178 килограмм, является чемпионом Кыргызстана по боксу, грэпплингу и рукопашному бою. Очень разносторонний боец. Провел 5 профессиональных боев, 4 победы, 1 поражение и 0 ничьих. Является мастером спорта по боям без правил. Команда «Наркто» и «Сыкуль». Тренер Марс Кульбаев. 23 года нашему бойцу, боевой псевдоним «Палач». Ну что ж, ждем, конечно, этот поединок. Приглашается его соперник. Команда Кыргызстан, Иссык-Куль. Кызаев Тюрочан. Мушташ кете жасташкан, бири-бирин аран кутхару калган, бири-бирин алыстатып, беттешти бүгүнкү күнгө калтырган болчу. Эки тең чыдамсыздык менен күтүп жаткан эки мушкер тууралуу азыр маалыматты кололу. Сабиров! Саладин! И его
соперник в синем углу. Весовой категории 71 килограмм, рост 178 сантиметров. Ему 23 года. Чемпион Кыргызской республики по боксу. Чемпион Кыргызской республики по грэпплингу, по рукопашным боям. Профессиональный рекорд. 4 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Мастер спорта по боям справил. Команда Нархто, Исыкуль. Тренер Холбаев Марс. Боевой псевдоним «Палач» Кызаев Тороджа! Бойцы в середину. Поприветствуйте друг друга. Затылок, позвоночник, ни пинами не бьем. Шорты, пикировку не трогаем. Обоим удачи по углам. Покажите красивый бой. Первый раунд. Бири-бирин чалгынды, бири-бирин машинты. Аңдып, арсы жағын изді әрекеттері азыр көрілі отат, жына. Ваши аплодисменты. Кто награждает? Кто пишет наш награждающий? Вот так мы будем время терять сейчас. На каждый бой будем время. Переводя в партер, взял спину и удушением. Ну что, да, очень неприятно, конечно, Кызаеву Тороджану проиграть. Второе поражение его в профессиональной карьере. Ну, пожелаем удачи нашему соотечественнику. Все-таки он сумел все-таки показать достойный бой. Итак, Саладин Сабиров. Вторая его победа именно в профессиональном ринге. Ну что ж, поздравляем казахстанского бойца. Будем надеяться, что это будет, этот поединок будет единственным поражением наших бойцов. На Төрөжан Кызаев ушул жерде бир катачылыктан кийин албетте аягында жеңил узасын тартып калды. Жанагы адилет чындыгында эсте көрө турган болсоң, башында жана бир кубаттуу сокку узатканда колу менен ошол учурда бутка кирип келди дагы. Ошол позицияны жакшыртып, жакшыртып, жакшыртып отуруп аягында Салайдин Сабировдун ийгилик жаратып кетти. Бул